Здравствуйте! Сегодня хочу рассказать свой отзыв о такой коробочке красоты от Firstly Skincare Summer Box. Я когда-то заказывала, у них был бренд Love Nature, сейчас это как-то и Love Nature есть, и Firstly, и я любила их коробочки красоты, потому что они такие эко-френдли были, и сейчас я взяла поддержать их в такую трудную ситуацию в стране, и также некоторые продукты мне нужны были, и это как бы такой совмещенный заказ для удовлетворения моих определенных требований и необходимостей, и также поддержать местный бизнес. Вот так красиво она выглядит, коробочка. Заказ был через новую почту доставлялся, и все отлично, то есть есть... Показано, что никто не открывал до нас. И давайте открывать. Вот так выглядит внутри. Тут очень красивая открыточка. Лито. Это summer или лето по-английски и по-русски. Ягоды, солнце и победа. Да, я тоже в это верю. Надеюсь, что так оно и будет. И верю в это. И также вот то, что было в середине. Тут много разных было продуктов, и также можно было выбрать один дополнительный продукт из ассортимента интернет-магазина Firstly. Первый продукт, который мне попался, это маска легкая, гелевая, с кислотами, и я думаю, что эти PHA-кислоты, они помогут даже в летний период. Да, нам можно использовать в летний период, и это отлично, и нужно, конечно, использовать SPF, и все это будет чудесно. Такой вот состав. И годен до 2023, до 6 месяца. То есть, в принципе, все хорошо. 6 месяцев после открытия. Надеюсь, что мне подойдет. Их маски, именно глиняные, мне нравились когда-то. А следующее — это Anti-Pollution Mist спрей Firstly, который с соком алоэ, водой роз и гиалуроновой кислотой. Когда-то у меня был этот спрей, в принципе, неплохой спрей для того, чтобы промежуточный этап ухода сделать для своей кожи. Хороший вариант. Тут он такой имеет пульверизатор стандартный, то есть все стандартно. Следующий это у нас серум для увлажнения, в котором есть три вида гиалуроновой кислоты с разным молекулярным вот этим вот весом. То есть я думаю, что это будет неплохо. Я, правда, не знаю, возможно, я его отложу, если тут будет срок годности в порядке, до такого более уже не летнего сезона, а после лета. Но буду смотреть. Это, кстати, стекло и пипеточка, то есть удобно пользоваться. Думаю, что мне должно подойти. И здесь вот такой вот, если видно, состав какой. И после того, как открытие, тут 6 месяцев всего лишь срок годности этих средств, то есть нужно использовать по максимуму и быстро. Следующий это такой очень легкий солнцезащитный увлажняющий крем с SPF 40, тоже 6 месяцев после открытия, срок годности в порядке, ну просто наносить на кожу, но тут, если не ошибаюсь, не физические, а именно химические фильтры, но будут пользоваться, поскольку защита SPF в самом креме, это неплохо, у меня еще плюс есть защита в BB-кремах, то есть это вообще шикарно. Знаю только, что SPF эти не плюсуются, то есть если у вас в креме SPF 40, а в BB-креме 20, то это не означает, что у вас SPF будет 60, то есть это будет SPF 40, максимальный индекс из ваших уходовых и декоративных средств. Следующее, я не знала, что такое будет в этой коробочке, это коллаген для здоровой кожи, ногтей и волос. Ультранатуральный, без запаха, без ничего. Я не знаю, что с ним делать, если честно, тут не написано. Я смотрю, что здесь один пакет 5 грамм, а тут будет 3 пакетика, в каждом по 5 грамм. Я так понимаю, что его надо с водичкой разводить. Ну, давайте сейчас посмотрим, что там. Я думаю, что там будут такие сашетики, которые... Да, вот такие саше. Так. Ага, можно с собой брать на работу, куда-то еще. Курс приема 3 месяца, потом перерыв 3 месяца и снова курс 3 месяца по одному стику в день. Можно в любую еду или напитки добавлять, но лучший эффект это за 20-30 минут до вашего первого приема пищи. Не знаю, если честно, я в этот коллаген не совсем верю, но я попробую, может быть он действительно вкусный и
О, прикольно тоже, даже тут написано что-то. Может быть, это действительно хорошее средство, и я увижу эффект прямо из 3 дней, но ну, не знаю, буду смотреть. Интересно будет посмотреть, сколько стоит именно вот этот курс на 3 месяца и потом еще на 3 месяца. Следующее – это то, что я просила положить как бонус к этой коробочке. То есть там можно было на выбор что-то взять с их ассортимента определенного. Я взяла с ниацинамидом серум, тоже срок годности в порядке, и вот такой вот состав. Стандартно. Правда, вот я тут вижу, что нужно на 20 минут его наносить, а уже потом использовать как крем, который запечатает этот серум. Я всегда, если честно, выдерживаю где-то минуту и потом сразу запечатываю кремом. Ну, буду смотреть. Знаю, что этот серум должен помогать для моей комбинированной кожи и надеюсь, что этот ниацинамид поможет тоже мне. И положили такой пробник, как раз это вот этого вот полноразмера. Это тот же самый серум, 5 миллилитров. Все хорошо. Очень рада, что даже на пробнике есть вариант того, до какого он годен, и именно датой, а не каким-то бач-кодом. Это очень классно. А тут, кстати, пишется уже 10 минут нужно подержать. Ну, не знаю. Но это то же самое. Вот если сравнить по названию, то это действительно одно и то же. В принципе, это все, что было в этой коробочке. Я очень рада. Коллаген меня удивил, но буду пробовать все, что есть. И надеюсь, что мне поможет в уходе за моей кожей. Спасибо, что вы меня смотрите. Подписывайтесь на канал. И всем удачи. Пока.